Просто они летать красивее стали перед глазами. Это банально, типа. Блин, Короче, что на бате там надо без... перки переобучить. Почему? Хочу изучить пожаротушение полностью. Чтоб передачок не горел. Да, я ж с кофем катаюсь, мне что-то подгорает последнее. Ну, я вчера командовал вторым кланом, они тупо приказывали, по-моему. С командой. Я Зибер, ты. Еще и в городе, вот им повезло. Короче, рашить сейчас будем. Да, повезло. А у нас какой рейс, справа, слева? Тут борду дает? С правой стороны. Надо через город с точками лететь. И, ну, справа тоже одну послать, только шипа на торпеде. Хотя же они тупо через город, через центр ехать. Смотрите, короче, вот сюда 1-2 залетаешь. Два британца отсюда его прикрываете. 140-е и Е5-е, вы вот сюда заезжаете, потом поворачиваете вот этот город, вот сюда, вот поняли? Чтобы от арты не отхватывать. Все бочаты летите вот так вот снизу. Ну, кроме одного. Британцы, который... еще раз куда? Британцы два суда с одним бочатом. Со всех сторон атакуем, у них арты много, поэтому такая тактика. Арта будет стоять вот тут вот, вот тут арта стоит. Понял, может, тут от арты не отхватывайте, тут вот так вот можно вниз города, ну вот так вот. Что? Ничего, если они на батов СТ-шками поедут, мы просто пройдем на это пособираем. Здесь получается один сразу приезжает, один его прикрывает, я через мост приеду, тоже ну, один на мосту меня прикрывает. Распределились. Да, один со мной направо. Пару, у тебя чат. Бля, да почему сюда по чату поехал? Я не отвечаю в ротах. Если вот эти вот сюда вниз города уезжайте, тяжи. Почему бат сюда не поехал? Я же говорю. Всем пофиг. Лучше долбиться. Три раза, блядь, сказал. Три раза. Я самый дальний. Тут зачем вы все переезжаете? Говорю, один переедет, если вы не прикрываете. Ну вы какие-то, блядь. Да наоборот, один остался. Ебать. Дебилы, блядь. Тяжи, быстрее сюда заходите, вот этот город. Здесь британцы вперед проходите. За дома становитесь, здесь, блядь, я просил одного поджаться, блядь, где-нибудь этих батов, одного его прикрывать. Британцы, проходите сюда вперед, вас засветили? Нет. Проходите, эти накатывайте здесь, через город. Да не возле воды, а через город. Возле воды и так баты стоят. Во, арта прикрывает, очень осторожно. Надо прижаться к зданию, где-то на батьку пришли. Олег. Ну, она с нарту вытягивает. Поехали. Да, да, аккуратно за здание сразу. Видите, никто не останавливается на ходу. Видите. Куда забираем время? На сорта раскирать. Нет, бабки, что же? Я тебе ничего не говорю. Вот этих забирайте. Британцы, проходите вперед. Блять, бата там нет. Вот, блядь. Ты уверен, убегай. Да! Едьте, блядь! Да арта все лупит вот сюда, лупит за арта. Вы дождетесь, когда нас всех сбриют. Может пройти на батик? Забирайте его. Ну там же бат, да, баты по низу сюда проскакивают за артой. Британцы вдвоем решайте. Проскакивай сюда и арту. Если ты вот сюда вот проходите, тебя же наверх, ты по краю. 140-го нужно убивать. Батя с КДшцем будет. Видят дрочат. Вот так. Потому что пот на бате туда не поехал, один Алёша вообще утонул. Да пот, я сейчас карать однокопочный будет. Убивай. Можно? Да, натяжи вы натяжение накатите. Хорош. Ну если все вместе, то да. Ну так, блядь, чё нижним не еду? Дай ему этим в нижний бронелист фугасом нахуй. С тобой. Я зачем? 140-го где-то нужно было взрываться. Потому что при такой нет, фигне... Нет, надо было бата убить, понимаешь? Он бы меня сейчас не убил. Ну,
Вот тебе давным-давно, если бы я не стрелял в 140-го, 140-го давным-давно. Да о чем вы еще говорите? Туда не поехал, два британца без света, без глаз оказались. Потом один вообще на воде утонул. Пиздец какой. Вообще, честно скажу, я вообще первый раз по воде проезжал с этой стороны. С той ну, стороны так, всегда, если с этой стороны еще. Мост переезжаешь. Это вот ту мут. Максимально отдаляешь камеру, там виден дурок. Да я в шоке был, смотрю, один проехал, я тоже поехал, короче. Поехал удачно. О, их не базово, засуй. Вообще нереально таким сетапом играть. 5 арт никого было. Играли 9 арт. Ты спроси, что есть спецбой. Что? Спецбой выскочил. А ну, мне не выскочил. А эти высадки, они куда-то идут? Да. Вылазки приносят нам промресурс. Статистика. Отдельная статистика. Сядьте кто-нибудь на 140. Стяжи. На что? На 140, на шеттером. Ты тяжи хочешь на тяжи сесть? Да, да, что-то под лаги. Ну, давай, я с тобой вместе. Сядьте кто-нибудь на стяжи на наш себе. Так, что, малиновка, да? Хорошо, хорошо. Здесь, парни, один бачат по верху проходит сюда, прыгает. Здесь два 140-ых, один бачат проходит вперед. Тяжи по краю сюда смещаетесь, прикрываете. А остальные несты направо уходите, как я называю. Да что перекопали, ты знаешь, да? Что перекопали? Нет, бля, я ни хрена не знаю. А что там перекопали? Я не знаю насчет вот там, но вот тут перекопали. Там на К3. Вот этого можно сбрить? Да, на гору поднимался. Я попробую воду. Бля, он проехал. Убить его, можешь? Сейчас я заберу его. Аккуратно. Ну на воду прыгай. Парни, прикройте его, чтобы он убил. Здесь да, тяжи назад откатывайтесь, поехали направо. И СТ, вот эти тоже направо поехали все. Вот куда один тяж подожмите, да, вот это на ангар, чтобы работать. А что где-то там? Здесь тяжи назад. Вот эти 30 тяжи останьте. На СТ шек семерки упарываются. Ничего страшного, они прикроют. 3 тяжи тут останьтесь. Ничего не порится. Остальные перетягиваются. Один вот за этот ангар, встань. Вот за этот ангар надо было встать, туда работать. СТ, аккуратно, два на гору поехали. У них вообще нету СТ-шек. И 50 дней на горе. Гору заберите мне вдвоем. Остальные СТ-шки 62-ка тоже перетягиваются туда наверх. Прыгать надо вот сюда, вот на центр прыгнешь. Здесь не каждый подъем? Да. А наш этаж на 8-й линии, мы куда? Парни, гору заберите, два бачата, что вы стоите, втыкаете? Какой стоят, он уже погорел. Да как? Карта заглючила. Говорите. Да гори. Оттяжем прям вот этим, куда ехать? Перетягиваться в лес сюда. Тоже на гору их. Здесь... Поднимается бригада, 3-4 линия. Их там до хрена, да? Семерок можно посетить? Нормально. Вот сюда прыгни, бат, вот сюда прыгнуть можешь на воду? Ну просят, блядь, ну прыгни туда. Прыгаю. Ж, хрен знает сколько просил. Во, аккуратно разрабатывайте. Не пускай. Можно еще раз? Вот тут и пятый прикроешь его, чтобы на него, если упоролись, хотя бы накидаешь. На семерок сведен.
Что, они упарывают меня или нет? Отрабатывайте свою сторону. Отлично, 180 хп. Все, тоже на гору забирайтесь на тяжек. На тяжек вот этих на гору. Вот этого бата отсюда. Отсюда вот есть простой. И отсюда вот назад можно отъехать и работать. Блин, назад можешь отъехать и забрать его. Я не могу свечу. Ну, хорошо. Я не стреляю, не... просто свечу. Хорошо, хорошо. Чтобы они на гору. На гору едет. Ну, у нас три тяжа едут на гору. И 205 танков. Плюс бриллиант может подсвечивать и арта поместить. Давай, готов по семерке. Вот этот вот бат тоже едет на гору? Вот этот бат тоже едет на гору? Вот этих два тяжа тоже чешите на гору. Здесь баты назад отъедете, а тяжи вперед подъезжайте. Они снизу объезжают на тебя. Так, через пару минут начало стрима, пожалуйста, без мата. Да, здесь две семерки осталось. Я вижу. Чтобы вы видели, как я стою, стою посреди куста и я на карту еще все время смотрю. Просто в шоке, не свечусь. Сказать мне хотите. Семерка не видит меня. Никто не видит. Сейчас семерка засветит, я поехал, короче. Зарядился. Ну отъедь, отъедь, конечно. Все, уже уехал. Все, тяжи, подтягивайте, вот эти тоже на гору, дети. Британец и пятый, который. Ну, едут как могу. Ну, круто, вот, блин. Давайте я ворвусь, 50 заберу. Подавите, подавите чуть. Гора, что подавите. Подавите, башню пшатайте, это же 50 Б. Там кроет еще два. И кроет же снизу. Ой, запрещаю. Ака, ты не простреливаешь вот это? Тут же на бугле, которого двигался. Я там никого не вижу. Он говно. Для стрима, кто с варкпаками, прибавляет к своим фразам слово «кажется», хорошо? Бабушка сказала. А он дождь начинает. Я сливаться поехал. Я вижу. А если у меня не варпак, а собственная разработанная программа? Называется «Бабушка». Бабушка вещает, да? Да, бабушка казала. Бабушка писает. Блин, надо было таранить батом семерку. А, слава. Ну, хей, два коня достал. Сейчас пою. О, хей, как я таранил. Экстримы такие экстримы. О, с четырьмя бачатами. Знаешь, на Малиновке. Так, стрим начался. Мы в эфире без мата, без разнообразных оскорблений союзников и противников. Вы все говно. Все только в дружеской обстановке. Вот там кто-то матерится, надо его заменить. Деза, да, например? Нет, у нас таких не будет. Сейчас Деза начнется. Так шестерки покупать какие-нибудь. Вон фикуса вылетел. Я сейчас перелог делаю, релог делаю. Да не, все. У меня тоже сорта, меняем фикус. Уже поздно. Для зрителей пару слов. Чатик мы мониторим на Твиче. Чтобы не было от вас фраз, что стрим отдельно, а чат отдельно. Нет. Мы рады любым вашим вопросам, в особенности командиру данной роты, потому что он сегодня на удивление спокоен. Возможно, потому что понедельник все выспавшиеся, все выполняют отданные команды. Ну, а командиру, как всегда, не нравится, что мы не пробиваем, не светим и так далее. Да, все выполняют. Давайте лучше оценку дадите вам, вы, дадите нам вы, зрители. Насколько мы донные, да? Там хоть 10 человек. Наоборот, нами есть, восхищаются. Чуси. Жракоподобное. Пол тысячи ботов. Ну и арты побольше. Мне надо покупать. Кто шарит на арте, покупайте арту вторым танком. А кроме арты, что можно купить там? Руки. Тебе МС-1. Руки, я руками не смогу играть. У меня же две клешни. А мне руки еще делать.
Кто это? О, батов поднабрали. Семерка одна сюда с 62, одна 62 в ноль. Тяжики на центр. Один бачок на просвета. Остальные баты тут стоим. Ждем. Стоим, ждем. Смотрим. Рота не даст соврать. Сегодня очень много сильных топ-кланов играет в вылазке. И, естественно, мы не уступаем по победам ничуть. Дэс, ты же ведёшь статистику всегда? Как у нас сегодняшний вечер проходит? Нет, я вообще у меня есть общая статистика. Одна ничья, все победы. Куклу, так, бат на центре. Плохо. СТ на центре. Жёсткий накат на центр. Тяжи, смотрите, там не сидите. Назад отметьте, блядь. Тяжи. Тихо, без мата. Назад. Вы же там сейчас все сдохнете. Если у нас бат еще один со мной, забираем как мы едим. Остальные. Еще один бат не светил. Остальные подлетик от тяжек подлетик. Правых можно забирать? Правых, да, продам. Центр, аккуратно, держитесь. Тут продавливаются эти баты. Есть вообще не пошло. Проходите тогда вот сюда. Проходите назад. Давайте, живите назад. Сейчас 2 и 7, поехали. Надо, погнали. Батики, аккуратно, занимайте какие-то места, чтобы работать на центр. Продавите этот план, пропишите центр. Гуслюйте тяжей на выходе. Да, баты тут отрабатываются. Вот эти быстрее, проходите на захват, сейчас отбудьте, ничего не купите. Ехать уже должны были, да? Как вам надо сбрить баты? На гусле стоит. Сзади всем помогу. Че, на 1300? 900. 920, который. Стою вообще никого. Проходите, забирайте. Сладайте баты. Есть. Ну все, сейчас воздуха, пропажа кадров, лаги, баги и так далее. Ну, почему вы подалеку по лесу не проезжаете? Забудьте. Зачем ты в поле выехал? Говорю, вот сюда по лесу проезжай. Ша-ша-ша. Так, тебя же убьют. Забирайте он в КД, вот этот последний бат, и на захват становится. Вот эти бачаты перемещайте сюда, чтобы... Ну тут сюда уходи, забей. Туда не уходите, они будут ехать, сбивать захват, вы убивать. Если вы забираете, становитесь на захват. Вот этот бат прыгает сюда на бугорчик, он на другой горчик залетает, и бугорчик будет отрабатывать. Под башню, Грин, под башню. Ну да нет, не погонили. В клинче только в погон стреляет. Владимир, вот сюда на бугор и сбивать, кто едет на сбитие. Забей на тяжей. Все отрабатывайте вот этих СТ. Да я хотел 50 набрать. Не надо, отрабатывайте тех, кто сбивает захват. Че, съезжать или так? Нет, один? Брать. Да мы по ХП ведем. В три раза. Ну тогда съедьте один. Съедьте. Ну что-то два тяжа не могут вылезти вот этим. Пускай да, там сами, сидят, что вы их трогаете? Заедешь на центр, заберешь семерку. Не трогай. А, будет. Зачем они тебе надо было? Забрал бы эту семерку без пути. В домах. У них осталось сколько? 1500 хп, у нас почти 8. Тебя кто тащит, пацаны? Попка болит. Я. Зрители за нас болели. Они в этом признались. По напряженности в голосе командира было понятно, что каждое слово «почему» он хотел бы заменить на «какого», но не стал. И спасибо ему на том. Леша. Не, ну пару матов было. Я обычно так не говорил. Да, ну теперь он чуть ли не с обращения сударь начинается обращение. Кто лучше, СТшки? Ну, на, СТшкам... Я же какие-то быстрые, то вы медленные, то вы быстрые, вы уже определитесь. Конечно же, последней очень громко обсуждаемой новостью является третья компания. В тестовом режиме мы участвовать не будем. Нам слегка поинтереснее вылазки, тем более, что
нафармить промресурсы столько, сколько мы хотим, нам не удастся еще долгое время. Но мы будем к этому стремиться, верно? А ты кто? По пути разгромляем планы. Особенно это было интересно в первый день, когда правила не знаем, респы еще не можем определить. Ребята, выключите радио, пожалуйста. Дес грузится за 10 секунд до конца, поэтому пока что можно флудить и говорить. И мы с нижнего респа на всякий случай. Конечно, ну, понятно. Кстати, где нам закрепиться надо? В каком здании? Короче, вот тут один бачат и два 140-ых по нагреве проходят, типа, по низине этой. А, тяжи, гонитесь вот сюда, гонитесь сюда. Потом сюда один бат прыгаешь. Так, один. Ага, один. Потом еще один сюда со мной на центр и один на базе остаешься. Всех бой начинается. Так, подожди, один туда, два туда, один там, один на базе. Да, все. Большой опыт игры. Данной роте позволяет командиру не договаривать, кто куда едет. А лишь указывать направление. Сейчас... Право, лево, все просто. Ну выключите радио, ребят. Я же думаю, вы поняли, Настюшка, что там в канале будет упасть. Ну не камень, нравится, так. Заглуши меня. Правой кнопкой в TeamSpeak по мне здесь приглушить смотрим, пользователя. Здесь смотрим, смотрим. Если он один, тупо выходим, два бата, и просто не нужно будет. Где, ну, два, где едет? Что ты там подцелишь, ты меня там не прострел? Вообще никак. В канаву они не поехали, поэтому нагло вы сюда проходите. Бабушка говорит. Вот это нет? Нет просто? Ну как раз закончится. Не знаю, кому там что кажется, бабушка говорит, они все его стоят со слусом. Аккуратно, вы тут встали себе в канаве, и все. Вот этот бат снимаешь отсюда, едешь с этим, вот этих вы шатаете. В канаве станьте за камнем, там есть сейвы, и светите их все время в перманенте. А тебя же вот сюда подъедьте, держите, и я партию подъедет. Здесь два бата, едете сюда, бади снимаешься, едешь с этими батами, забираете в тройку вот эту вот. Может по центру пока покидать, после что? Сюда покидать. Ну, я команда, не бог по центру. Сейчас побуду по центру. Нет, покидать сюда на батах этих. Простреливаем. Ай, когда закадешитесь, бать подъедет вам, вы скажете. Даже не пускайте в кишку, только в кишку не пускайте никого. Я ГКД. Заметьте. По мне. Антакд. У меня наводчик волосы посидели, так близко было. Так, они что, туда поехали? Это тот же, да? Давайте в тройку проходите вот сюда, вот и минусуете вот этого бата. С двух сторон его можно заминусовать. Например, там, где я проехал, вот можно отсюда вот по нему нападать. А ГКД. Дерево упал. Ну чё, проходите, там в камни зажметесь, и этого минус бат не сделаете. На ходу. Батя. Так, да, она где-то 1-2 штук. Ну вот они по бугру едете, вот же сейчас. Что с этим бриком? Ты его не заберешь? Нужно пора ехать забрать. Аккуратно отрабатывайте, поджимайте под скалу. Ой, вот сюда, вот сюда можно поджать под скалу, чтобы пингини, чтобы вот эти вот баты отрабатывали. И еще артакада. Кто поедет за меня мстить? Из тачки напомните потом. Есть прострелы там на батах? Какие они опасны. Опасно. Что, собрались, перевал, где он? Конечно. Подождите 10 секунд, я на КД. Это вечный голос арты. Боже, да стану. 10 минут, я шоу, не могу сегодня в рандоме 30% побед набрал. Скорее вступайте в клан и делайте свои вечера такими же приятными, как у нас. Встречайте любого противника и с не меньшим счетом уничтожайте.
Я лучше кобру душить по ночам. Набрал. Жесть, давай, дожги. Жесть, ты видел? Что видел? Что я пропустил? Ну, что не увидели зрители? Я на автоцели стрелял, а там такие так синхронные, что именно выстрел происходил на бугорках. Ладно, я тебя не понял, но ладно. Два раза подскочил на бугре, не попал в арту. Это да, очень большая два раза промазал на автоприцеле со 100 метров в арту. Конечно же, подробности опущены о том, что он стрелял в чем-нибудь неправильным, недозаряженными снарядами. Сырыми. Джугрин бедняга сидит постоянно. Так, нам пишет Изи Краска. Алена, привет. Вон, порву любого, обменяй и Джугрина. Нет, меня нельзя. Я еще не иду спать. Будешь стримить с Ангара. Да ладно, сколько зрителей рандома увидят? Нам же надо подготовиться к кампании и вообще рассказать, что же на ней будет. Кто-нибудь разобрался в тонкостях и деталях? Есть как тем заменить? Желающие там есть, врут. Много-много стали. А, здесь тяжи, вот в эту яму сначала едем. Тут бац, сразу за свет с уходом в город. Эти стэшки вот сюда вот наверх летите. Наверх летите. Когда вот этот бат дает просвет, если тут все СТ сюда подъехали, выстрелились на вас, на ваш переезд, вас отстреливать, и вы не едете вперед, если там нету СТ-шек, сразу ломитесь за этот дом. Остальные СТ вот сюда вот вниз ломитесь, заспеваете по тайнику. Дес, по нулю ехать дальше или нет? Да, первому сразу проходите, первому бачату по красной линии проходить вперед. С ями туда. Че, не стреляют по вам? Ями встаньте, отрабатывайте вот этого. Где? Ну, 140-й, ну ты вообще кадр, блин. Пока, я тебе говорю, сами. Тебя же накатили в город. Тебя же в город накатили. Да вы ни хрена не видите, идите в город. Бат, ты че убежал? Не сюда вернись на подсвет. Да, с входом в город. Так обратно вернись, он же один там. Сам разобрался. Блайдом не сюда кидаю. Вот сюда накатаете, становитесь за дома и начинаете работать. Так, чтобы вас отсюда не простреливали. Синхронно вместе на скеле берите там и работайте за домами. Этот бат сюда накатывай, свети его, чтобы он в борт не накидывал. Вот эти отсюда, вот сюда уже работаете, можете работать? Ну, можете. Сейчас засвету. Вот, есть прострел? Есть. Работайте. Сейчас меня заберут. Этот в угол пройди, встань там в прострел. Никого да, я. Убегай оттуда. Ну что, меня заберут? Взял, убежал. Там не проблема, убежал. Ты на бате больше меня заберут. Вот на это прыгай и забирай это. Здесь СТ вперед проходит. А тут его надо стрелять смог. Ну вот, работать сюда же. Прыгай. Что? О, заберем. Как? Бежишь сюда, конечно. Ну потому что вот это, тормози, в угол проходишь, нет. А работайте, аккуратно отрабатывайте, мы зелень забрали, тяжи в домике, господи, меня назад, как это делать? Погарус, пойдем назад. Назад, порву, тебе ж 40, что ты стоишь? Один раз. Ну? Я уперся в этот домик. И такой есть. Какую маску я перенес? На гусеницу. Все, вот эти бабки, тебя же в яму забить. Ну агарус, ну чё ж ты стоишь?
стоит, смотрит. Да потому что ты проехал за 10 секунд два корпуса танка. Вот этого можно отработать? Бат, вот со мной накатывай сюда, забираем эту шестерку, вот ходы просто. Я вообще без бика на захват поехал. Здесь тяжу вот сюда подкатите. Здесь один будет сбивать арту из захвата. Арту надо внизу, тут стоит. Вот эту арту убивай. Блин, поехали, выставим сюда за арту. Ну, там истотик, куда вы едете? Надо, вы зачем оттуда... снизу так вы оттуда все было. Видите. Ну, конечно. Штаньте, там где сказал. Не надо команду. Аккуратно подсвечивай на бате, что стоишь? И тут вылазь, не просматривай это. Смотри, что там едет, не едет ко мне что-то. Вон едет. Вот тут выставь здесь, я сейчас за домик уеду просто. Его разберу. А, ну что. Артап с каким? Там их и держите, тяжесть ну, через это город. Я снимаюсь отсюда. Аккуратно отрабатывайте этого бата. Минус 2 делайте. Просто сверху работает. Здесь накатывайте, вот это снимайся, едьте сюда, забирай этот город. Зажимайте. Нормальные какие-то. Да, город надо забрать. Они же все вот тут внизу. Один 140-й только где-то там наверху шагается, не видно. Как себе внизу сидят, что они делают? Бат со 140-й можете забрать. А сам бы 140-го. Ты его забрал, бадишь, ты боишься. У меня КД. С одним снарядом. Не, вот этого можете забрать. Надо ездить, надо ездить. У тебя как раз материс, у тебя как раз барабана хватает. Ой, да. Спасибо, ребятки, спасибо. Да вы там летали как-то. О-ло-ло. Да просто заглуши его, да и все. Кого? Кого? Того, кто много матерится. Кто много? Ну а кто-кто? Зачем ты микрофон нажимаешь, чтобы что-то сказать не по существу? Говорите по существу, например. Тут давят, ну, те же, или... Ай, мне тут фланг пустой, если ты один на бачате светишь. Например, ну Рудикар, у тебя же трудности с проблемой воды, а потом Дэс говорит, а вы ничего не сказали. А да потому что вы говорите, мы не помогли СТшкам на Рудикар. Я не пробиваю, у меня лагает. Блин, гуслю попал, что без дамага, рикошеты. Нафиг кому это знать? Вы по существу говорите.